Зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники Карачаева-Черкесии боролись за путевки на окружной чемпионат. Помимо грамот и кубков и медалей, победители получили денежные призы. Из Карачаевска репортаж Аллы Качиевой. Это традиционно открытое первенство республики, но отличается оно тем, что воспитанники заслуженного тренера России Алхаза Чучаева, помимо грамот, кубков и медалей, решили учредить и денежные призы победителям. В зале спорткомплекса «Олимп» Карачаевска побороться за награды турнира собрались спортсмены со всех городов и районов Карачаева-Черкесии. Впервые в Карачаево-Черкесии проходит первенство по вольной борьбе на призы заслуженного тренера Российской Федерации Алхаза Чучаева. Юноши до 21 года будут бороться в 10 весовых категориях. Всего участников около 90. Юноши 2003-2005 годов рождения показали зрелищные и бескомпромиссные поединки. Вольники боролись за путевки на чемпионат СКФО. Среди них спортсмены уже с именем. Чемпион Европы 16-летний Амаль Кирейтов последние 10 лет усиленно тренируется. И результат не дает себя ждать. Терпение, труд и нужно постоянно работать над собой. В последние годы в республике можно наблюдать развитие спорта. Очень много ребят начали заниматься вольной борьбой, что не может не радовать. Уже второй год подряд наши спортсмены показывают очень высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Прошлый год у нас был рекордный. У нас более 65 участников было международных соревнований, всероссийских соревнований. Вот, у нас очень было много чемпионов и призеров. А 2022 год, он у нас оказался еще больше. У нас 85 членов сборной России получилось. И на подобных соревнованиях они получают бесценный опыт, уверенные организаторы первенства. Алхаз Чучаев занимается тренерством более 30 лет. Вырастил не одно поколение именитых чемпионов. И сегодня спорткомплекс «Олимп» под его руководством в Карачаевске посещают более 300 детей. Любовь к этой работе от моего тренера Узденова Артура Каевича, который тренировал нас и очень с любовью, с душой относился как к своим детям, к детям. И я когда увидел, как человек болеет за каждого, не только на ковре, но и в жизни, вот это отношение меня как бы заразило. И Алхаз Махмудович также все эти годы заботится о каждом своем подопечном. Он строг, но справедлив. Считает, что спортсмен не только должен хорошо отрабатывать навыки на ковре, но и должен проявлять свои лучшие человеческие качества по жизни. Алхаз наш наставник и в жизни, и на ковре. Как бы очень он нас вел, все, что знает, все нам дал, даже больше. Главная цель соревнований – выявить новые таланты в вольной борьбе. Многие мальчишки выступали впервые, но от этого их борьба не стала менее зрелищной. Юные борцы показали хорошую технико-тактическую подготовку и спортивный азарт. Есть у нас очень перспективные мальчики. В прошлом году они выступали по старшим юношам, выигрывали первенство России. Очень хорошее есть подрастающее поколение, очень хорошее есть. При хорошем соблюдении режима, я думаю, мы никому уступать не будем. Ни Дагестану, ни Осетии, никому. Из победителей и призеров первенства сформируют команду. Юные борцы будут подключаться к учебно-тренировочным сборам более старших ребят и готовиться к окружным соревнованиям. Алла Качиева, Либастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.